Константин! Константин! Ты еще не спишь? Конечно, нет. Тоже спит в 3 часа ночи. Константин, а у нас есть еще попкорн для микроволновки? Видите коробочку с синей крышечкой, которая стоит прямо перед вами? На ней еще написано «Попкорн для приготовления в микроволновке». Да. Наверное, это он и есть. А миска у нас есть? Видите такую полуштучку перед вами, на которой стояла коробочка с синей крышечкой, на которой написано «Попкорн для приготовления в микроволновке». Может быть, это и есть миска? Ну ладно, кончай болтать, а то потом не заснешь. Константин! Что? Ну, не стоило спускаться. Я мог и сам все приготовить. У вас что-нибудь случилось? Я все время думаю о Вике. Кажется, я ревную. Меня бесит, что она встречается с другим мужчиной. Тебе-то я могу признаться. Я ж тебя не люблю. Просто в 3 часа ночи я выгляжу не очень привлекательно. А Вика выглядит привлекательно в любое время суток. В следующий раз, когда вас в 3 часа ночи будет мучить бессонница, попросите Вику приготовить вам попкорн. Ты что, обиделся? Спокойной ночи. Алло, Константин Николаевич. Константин Николаевич, спите вы что ли там? Нет, я как раз собирался сейчас пойти в коровник таить буренку. Вот помните тортик, который я вам приносила на той неделе? Ну, перед тем, как мама должна была прийти, я просила вас спрятать. Где он? Не могу его найти. Константин Николаевич. Этот? Что случилось у вас на этот раз? Вот скажите вы мне, а? Как он мог разорвать такие отношения с такой женщиной? И только потому, что какая-то, видишь ли, экстрасенша нагадала ему, что надо встречаться с женщиной постарше, а? Почему бы вам не сказать ему, сколько вам лет на самом деле? А почему бы вам не рассказать всем, что вы на ночь втираете в голову мазь от облысения? Он должен любить меня такая, какая я есть. Но вы-то на самом деле не такая. А вот Максим Викторович принимает тот возраст, который удобнее мне. Но он-то знает, что это неправда. Так в этом-то все и дело. Он меня воспринимает такая, какая есть, хотя знает, что я совершенно не такая. Нет, вы мне только объясните, почему я всю жизнь должна встречаться с какими-то психопатами, когда есть Максим Викторович, с которым мы просто буквально созданы друг для друга? Вы меня об этом спрашиваете? Пойдите наверх и спросите его. Да я на такое зверство не способна. В 3 часа ночи пойти и разбудить человека. А я-то кто? Константин, вы другое?